Оставлю провокационный запрос. Почему нынче проезд поста на грузовом автомобиле? Слышишь, не чистят вот это, смотри. Так кто-то только... Костряк торчит. Только мы... Везнович... Смотри, костряк какой-то. Везнович Поспилька, Везнович Поспилька. Не, а ну шуру понял, купили, смотри, торчит, я получу. Да, что ты не бросишься? Он как хач. Везнович. Харка Везнович. Везнович. Везнович? Да. Надо ехать, версты, версты, версты. Косенка. Косенцев. Косенка. Поспели. Косенцев. Раздражает меня. Поехали, поехали. Аллергия здесь на посту. Поспелька, Поспелька. Шулюк. Тоже Косенцев можно успеть. Все, бери. Порылу сейчас еще дам. Слышишь? Видали? Касса приехала. Сегодня проезд бесплатный. Ставим план, работаем. Сейчас затер кровые сутки, да? А водитель с фуры у них сидит. Сидит? Вот как ты прямо бежал. Сколько проезд стоит? Чего значит проезд?